Всем привет! Вы на канале CyberLab, и сегодня видео про инкрементальный энкодер. Энкодер – это устройство преобразования угловых изменений положения в цифровой сигнал. При его вращении на выходах А и Б формируются TTL-сигналы в виде импульсов, сдвинутые между собой по фазе на 90 градусов. Таким образом, с его помощью можно определить направление вращения. В своем коде я использую прерывание PCInt. В обработчике прерывания я использую следующие функции: вращение без нажатия, вращение с нажатием, просто нажатие и длинное нажатие. Подключил энкодер к редко используемым пинам А1, А2, А3. Для наиболее стабильной работы обязательно нужно припаять конденсатор 0,1 микрофарад к общему проводу. В коде есть переменная EngState, которая возвращает 5 состояний, то есть 0 это когда ничего не происходит, 1 если было вращение без нажатия, 2 энкодер вращался с нажатием, 3 было нажатие на кнопку и 4 длинное нажатие. Длительность длинного нажатия задается вот здесь. Сейчас залью этот код в Arduino и проверю его работу. Выбираю монитор порта. Вращаю энкодер в одну сторону, в другую. Теперь вращение с нажатием. Просто нажатие. И длинное нажатие. Как вы видите, все четко работает. Извините за столь короткое видео, но все подробности будут в статье в блоге, ссылка есть под видео в комментарии. Всем пока, ждите новых видео.